Что, ребят, в Туле нахожусь. Смотрите, какая красота сейчас откроется. Видели? Елочка, красотища. Здесь центральный вход. Елочку. На елочку. Только снег весь растаял. Вчера было снега полно, сегодня снега нету. Такая вот красотища, ребята. Красота. Такая ты. Ну вот, ребят, смотрите, какая красотища, да? Вот такая елка в Туле. На площади центральной. Красота. Ну что, ребят, пойдемте сходим на елочку. Вот такая красотища. Сейчас на площади. Только смотрите, как я уже, а? Все растаяло. Ёлки-палки, вообще жестяк. Вообще жестяк тут. Да. Ну а так красота, конечно. Ё, все растаяло, прям болото. Да, смотрите. Красота вообще. Красотища. Вот такой у нас красивый город. Тула, город-герой. Красота. Ну сейчас, конечно, надо в сапогах резиновых ходить. Все прям. Все растаяло. Красота. Да, ребят, смотрите. Красота. Снегура просто обалденная. Вся переливается. Супер. Ну и елочка тоже. Правда, пока еще не переливается огонечками. А так красотища. Наша звезда. Супер. Ну и как обычно. Вот. Так, Владимир Вадимович слился. Вот так вот. Ну, классно. В общем, ребят, красотища. Красотища. Жалко, что только снега нет. В общем, лед. Лед жуткий. Вообще жуткий. Да, ребят, смотрите, какой лед, это вообще капец. Смотрите, катаешься прям. Вот так, представляете, здесь все. Все во льду прям. Жескарь вообще. Жескарь. Это лед, представляете, это все. Везде лед. Завтра будет, я чувствую, много у нас травматики.